Не подходите ко мне близко. Я тигренок, а не киска. Кошачья сущность вырвалась наружу, я не смогла ее остановить. Всем привет, кисы! Меня зовут Ксения Гара. Ребята, у меня для вас есть предложение. Сегодня у вас есть возможность поуправлять моим каналом. Да, вы не ослышались. Хотите увидеть сегодня еще одно видео от меня? Я могу устроить. Точнее, вы можете устроить. Если вы сегодня наберете под этим видео 10 тысяч лайков, я сразу выпущу новое видео. Сегодня же! В общем, все зависит от вас, кисы мои. Люблю вас. Дерзайте. Ну а теперь переходим к видео. Приятного просмотра. И что я хочу сказать? С каждым днем нас становится все больше и больше. И я очень этому рада. Добро пожаловать в мир Ксении Гара, люди мои любимые! Я вам очень рада! И сегодня нас ждут новые впечатления рубрики «Попробуй не сказать вау челлендж». Суть этой рубрики заключается в том, что нам с вами нужно досмотреть это видео до конца и попробовать не сказать слово «вау». Ну а мы начинаем! «Попробуй не сказать вау челлендж». Погнали! Пау! Итак, наш блондинчик набирает обороты, он уже выстреливает своим шаром в другие шары. Господи, как мне нравится его реакция, он так искренне этому рад. О, мои любимые торты, торты великолепные, просто волшебные, магические. Просто плашмя, он упал плашмя, я думала там вода, там песок, как он удержался на ногах, ничего себе не сломал. Красавчик. Ой, посмотрите, как он... Ой, четко! Вы заценили, как это было сейчас четко? Полукруг сошелся с линиями, которые он рисовал. Это было нереально. Это было как в космосе. Это было как под копирку. Это было, как будто это сделал не человек. Он вообще кайфанул сам от этого, да? Е-е-е! Прелесть. Я, кстати, не пробовала такие тортики. Надо будет заценить. Так, для интереса. Какой цвет красивый. Вау, просто... Вот эти люди меня поражают, которые могут с места прыгнуть вокруг себя. Ты мой сладкий, да посмотрите, как он несет водичку. Какой умничка. Ты мой холесий, дай моя ляпочка. Погладила бы его, какой молодец. Смотрите, как его научили нести водичку, и он прям так сосредоточенно несет. Я всегда говорю, собаки это вообще очень умные создания, умняшки. Вот, как срезают резину, как будто это масло. А это резина. Круто. Ой. Ле-ле-ле-ле-лей. Как он так это делает? Быстро. Очень быстро и легко. Как будто для него вообще это не составляет труда. На самом деле, мне кажется, это обратная съемка. Да. О, посмотрите, торт. Теперь он квадратный. Ой, просто прекрасный. Еще и, блин, он такой красивый, такой с изюминкой, со своей с фишечкой. Так же, как и я. О, да, да, да. О, ништяк. О, да. Ой, какая интересная субстанция, которая делится. Она как вода, но ее можно делить. Это как капли масла, может быть. О, боже. Чувак, у тебя просто мимические морщины, которые превращаются в смайлик. Офигенно! Вы смотрите, это же Грут! Это был Грут. Я знаю, это был Грут. Я есть Грут. Ого, он скатился просто как нуга по шоколадке расплавленной. И уплыл куда-то вообще под сиденье. А этот парень, который рядом с ним сидел, как ни в чем не бывало. Ты сидишь с другом, и он просто у тебя утек. И ты такой... Всякое бывает, у меня странные друзья. Ой, что это? Мне непонятно, что это. Какая-то водонапорная башня или что это? Это просто супер эффектно. Смотрите, какая волна. Серферы бы просто обрадовались. Блин, а вот еще новые друзья, которые катаются друг на друге. Блин, я бы не хотела быть таким другом, на котором катаются. Он типа подтолкнул автобус, троллейбус. О-о-о! Зацените, какой обман визуальный! Офигеть! Мужчина подходит, а эта ручка снимается. Она просто снимается, потому что она висит на тоненьких ниточках. Не очень крутые двери, если честно.
Бах! Просто снесли огромный жестяной забор. Мне нравится вот этот эффект идеальной ровности. Вот этот мужчина, он делает необычные жестяные банки. Я не знаю, как ему это удается. Вероятнее всего, это монтаж, как я могу заметить своим глазом. Натасканным, если так можно сказать. Потасканным. Это компьютерная графика, но она супер клевая, как будто слайм потек. Девушка-бармен делает, как это называется, флайер-шоу. Я не помню точно, извините. Что это за земля, которая давится, а потом восстанавливается? Это грязь. Но как она так восстанавливается? Как? Чувак, не провались! Картежники заценят этот трюк. Я, кстати, умею так делать. Хотите прикол? Я реально умею так делать. Вот так не умею. Ну, почти так. Я подравниваю себе так волосы машинкой. Точнее, мне в салоне подравнивают их так, потому что срез получается идеально ровный. У меня было такое ощущение, что это витаминки. Не знаю, что это за игра, но она явно прикольная. Погнали рисовать поле! Посмотрите, эта машина без водителя. Обратили внимание? Заценили вообще? Она сама едет, рисует. Боже мой. Мне понадобился микроскоп, чтобы так отрезать четенько и тоненько. Какая дорога! Вы посмотрите, он едет, а за ним волна. Боже, как это круто. Это вау, природа сам. Это свечи. Что это? Я не могу понять, это по-настоящему или это не по-настоящему. Какая-то мультяшная тема слегка. Кубик Рубик в виде лица. Это же блогер, по-моему. Да, это блогер. По-моему, это блогер какой-то, если я не ошибаюсь. Но круто собрать столько кубиков Рубиков. Опять у нас тут рисовальщики бордюров вот таких. Если так можно назвать, аллеек. Да, действительно, даже для такого нужно иметь талант. Мне нравится эта компьютерная графика, потому что она выглядит круто. Молодец, я сама за него болею всегда. Давай, вышибай монетку. Молодец, я реально за него болею, потому что он старается. Парик, который меняет цвет. И потом посмотрите, как он медленно становится прежнего оттенка. Круто. А если ты постоянно, допустим, ну, допустим, предположим, на солнце, там что же горячая температура? Какой у тебя будет цвет волос тогда? Ого. Можно было вот так все починить? Ты сгибаешь, оно восстанавливается. Это все делается вручную. Каждая финтифлюшечка, блин, на такой мебели делается вручную. Это яйцо? Яичко, которое нынче в тренде. Ого, какое красивое яйцо. Вот на Пасху надо такие делать. Девушка-бармен, давай. Офигенная ты, вообще крутая. Даю тебе респект, уху. Красотка. Че, режем? Давай режь. Ну как ровненько-то. Ой, круассанчики, мои любимые, я их люблю на завтрак. Почему так, когда я думаю, все, не буду больше есть никакую выпечку, что в последнее время я прям запала на выпечку и ем ее, вот реально. И тут я говорю себе, я не буду больше есть выпечку. No, no, no. И тут в магазин, в пекарню по соседству завозят наивкуснейшие круассаны со сгущенкой. Как вы думаете? Сдержала я свое слово, которое сдала себе, что я не буду есть больше сладкое? Нет, конечно! Тут же пошла и купила 5 круассанов и съела. Ням-ням-ням-ням-ням. М-м-м.
Это из воска? Голова из воска? Посмотрите на это выражение лица. Оно настоящее. Опять этот парень со своей супер ручной работой. Ну, видимо, Кейт Джонсон очень дорого берет за свои услуги. О боже, торт! Я попробую такой торт. А это, вероятнее всего, мыло, которое измазали в блестках и теперь нарезают нам. И мы валкаем, потому что это эффектно. Теперь это можно смять. Посмотрите, какая милота! Это я со своим тигренком. Ой, сейчас расплачусь. Ой, боже, как это вау! Это супер мило! Я первый раз в жизни вижу такой кран. Он как будто из льда. Я бы хотела себе такой кран. Я бы, наверное, залипала и смотрела, как там вода образовывается и течет. Это... волосы? Да, это волосы для куколки, вероятнее всего. Капец. Капец! Что ты творишь так быстро? Офигеть! Вы посмотрите, это чешуя! Вау! Это просто чешуя какого-то дракона, вероятнее всего. Почему-то мне так кажется. Что это либо дракон, либо супер невероятная сказочная змея из фэнтези, из сказки. Вау! Классно! Ну что, молодец! Ровная, красивая работа. Поздравляю. А девушка рисует на окне, пишет на окне идеально ровно. Угу. Интересно, кто создает все эти компьютерные графики вот именно с такой вот технологией? Кому это интересно? Кто занимается этим? О боже, это как робот вообще. Реально робот. Это не тот парень, который гвозди вот так умеет забивать. Вот такие у нас сегодня были видосы. Они были реально клевые. Было много всего интересного. Я вот реально поставила себе цель попробовать вот этот торт. Если вы пробовали такой торт, напишите мне в комментариях, вкусный он или нет. Что там вообще внутри? Мне интересно, потому что снаружи он выглядит просто потрясающе. Также обязательно посмотрите вот это и это видео. Я уверена, они вам понравятся, потому что они классные. Не забывайте, мы с вами увидимся уже завтра. Я вас очень люблю. Целую. Пока. Я вас люблю.